На низководном мосту произошло ДТП с участием автомобиля «Прим-Автодор». Одна машина покинула место аварии в кузове эвакуатора. Низководный мост, автомобили движутся по направлению во Владивосток. Авария из трех машин. Время после полудня. 13:20 дня со стороны Надеждинска по Дефризовской трассе образуется пробка. Причина. Водитель внедорожника, разваливший свою машину, фактически в хлам. По словам хозяина джипа, это ДТП случилось так. Еду со стороны Артема в сторону города Владивостока. Образовалось препятствие без знаков, без проблесковых маячков. То есть, как бы вот экстренное торможение, зацепил КамАЗ, меня закрутило, ударился у него, вот и все. Мужчина утверждает, что двигался по трассе с допустимой скоростью. Ну, я ехал где-то 90-95 километров. Ну, может, ближе к сотне приближался, то есть, как бы здесь. Наравне ехал с КамАЗом. То есть, как бы здесь. Понятно. Тем более, действительно, машины и люди отдыхающие, постоянно что-то здесь, ну, какие-то движения происходят. То есть, поэтому здесь скорость была, скажем так, допустимая. К водителю КамАЗа у него нет претензий, а вот к рулевому пылесборника, принадлежащего «Прим-Автодору», есть вопросы. Я думаю, согласно регламенту, они должны были поставить проблемоисковые маячки, какие-то знаки аварийные, ну не аварийные, там объезд или ведутся рабочие, ну, то есть, работы какие-то ведутся, то есть, понимаете, то есть, насколько я понимаю это все. Водитель пылесборника Hyundai поясняет. Мы не обозначаем ничего, я же иду по всей дороге. Да по всей дороге иду. Как я могу обозначить? У меня огни горели. И знак есть, прилеплен к заднему борту машины. Это когда она происходит на месте работы, тогда выставляются знаки согласно расстановке. И ограничители, вон, видите, как эти там пирамидки. А у меня никаких ограничений. Только две световые и знак, и все. Просто, по словам водителя Hyundai, рулевой внедорожника несся и в итоге ударил две машины. Ну и как результат, Prado без эвакуатора никак не обойдется. У Хин вышли из строя электроника, машина сегодня встанет на ремонт. Самым крепким оказался КамАЗ. У грузовика поврежден лишь брызговик. Место аварии покинет своим ходом.